Александр Иванович Егоров, предпоследний руководитель литературного объединения «Звено Алтая», старейшего литературного объединения, известный писатель, известный общественный деятель, великолепный поэт, который начал писать стихи очень поздно, уже в зрелом возрасте. Но когда, а мне приходилось часто выступать перед аудиториями, и мы, как члены «Звена Алтая», которым он руководил, на одной сцене встречались. Ну, я как бы избалован зрителем в силу своей предыдущей профессии. На сцене себя чувствовал уверенно. И вдруг появляется Александр Иванович Егоров. Невысокий, в возрасте человек, прошедший войну, имеющий одну из высочайших наград, Орден Славы. Выходит на сцену, начинает читать, и уже на первой же минуте зал замирает, зал его слушает с восхищением, зал жаждет, чтобы он не уходил со сцены. Когда Александр Иванович заканчивал чтение, великолепное, откуда такая энергия, откуда такое владение словом? А он такой и был, потому что он умел за собой повести, он умел собой увлечь, он уходил со сцены, а зал рукоплескал. И следующее, бывало иногда и я, мы не могли выйти на сцену, потому что вызывали Александра Ивановича. Браво, бис. Он выходил. Он выходил, кланялся. Очень по-доброму. С открытой душой. И с желанием еще раз вернуться именно сюда, встретиться именно с этим зрителем. И так было всегда. И мы, члены литературного объединения, гордились дружбой с ним. Но когда Александр Иванович почувствовал, что и времени, и здоровья не хватает руководить таким старейшим объединением, как «Звено Алтая», он предложил, и его поддержали, чтобы возглавила это литературное объединение Наталья Семеновна Матвеева, ученица, как мы все говорим, ученица Михаила Ивановича Чистякова, шагнувшая далеко вперед за те пределы, которые, как у нас обычно называют, поэтесса. Она настоящий поэт в полном смысле этого единственно правильного слова. И сейчас, говоря слова памяти о Егорове Александре Ивановиче, а он слышит нас, конечно, хочу сказать: Александр Иванович, вы в надежные руки передали наше литературное мнение, и Наталья Семеновна, так же, как и вы, уверенно нас ведет за собой. Спасибо, Александр Иванович, что вы были, что вы есть и что вы всегда будете с нами.